Да? У меня такое чувство, что ты мне не все рассказал. Какой проницательный! Еще кое-что. Саламандрам нужен Альвин. Не знаю, зачем он им, но он для них важен. Они послали меня сюда, чтобы найти его, но я не собираюсь этого делать. Как только я заработаю несколько аренов, я отсюда отчалю. И ты ничего больше не знаешь о нападении на Каэр Морхен и об украденных формулах? Ничегошеньки. Тогда одна просьба. Держись подальше от Альвина. Да? Будь здоров. Мне нужно доставить письмо в Изиму. Спасибо. У меня трудности с договором между людьми и водяными. Думаешь, владычица озера сможет помочь? Хорошо, я поговорю с ней. Бывай. А я что-то знаю. Думаю, ты хочешь об этом рассказать. Тот забавный рыболюд вернулся. Злые рыболюди все съели на алтаре владычицы и ушли. Мерзкие гады. Жрец водяной вернулся. Мне нужно с ним поговорить. Я знаю все на свете. Спроси меня что-нибудь. Доброго здоровья. Значит, я должен отдать дань уважения владычице озера. Так быть.
Хорошо. Все в порядке? Мое горе быть велико, не быть покоя в моем доме. Мне жаль это слышать. Мой горе... Как будет ведьмак на вашем языке? Ведьмалолбул. Ведьмалол? Ведьмалолбул. Бул должно быть. Если нет бул, означает идиот. Значит, я ведьмалолбул. Да, так ты и быть. На берегу я встретил водяного. Он был настроен враждебно. Это быть злые, догонят обладают Бога. Они хотят уничтожить алтарь владычицы. Раньше бегать я, теперь бегать они. А я снова охранять алтарь. Я взял работу Беренгара на себя. Расскажи мне подробнее, что здесь происходит. Мы жить под водой глубоко, глубоко. Мы чтить владычица. Но не все ее любить. Много кто бросать владычица и идти к догон. А не убивать люди. Я просить, пусть твой меч не любить догон. Я тебя хорошо наградить. Понятно. Ты иди до деревни красть жирные коровы. Ты ее резать, догон выходить. Ты его не любить, я тебя наградить хороший, дать тебе меч. Ты хочешь, чтобы я привел сюда корову и с ее помощью выманил догона? Ты не любить корова, чемпионка, много крови на алтарь. Догон выходить из воды. Я должен прирезать ее на алтаре. Ты думать лучше приносить жертву человека? Ура, жестокий ты быть. Хорошо, я приведу сюда корову и убью догона. Мой говорит. Ни разу в жизни не крал коров. Я даже не представляю, как ее поймать. Ты, брат, изюм и орехи. Жирные, большой коровы, любить их. Изюм и орехи? Эти кметы совсем с ума посходили. Давай поговорим. Можешь вылечить меня? Конечно, у нас ведь уговор.
Будь здоров. Любопытно. О, клиент! Почему ты так удивлен? Редко кто покупает оружие в темноводье. Так что я так себе продавец. Ну, не как мой папаня. Папаня? Мастерская моего папани напротив стоит. Он ругается, что я вообще не кузнец, и послал меня торговать оружием. Какой в этом смысл, если никто ничего не покупает? Я не знаю, но лучше не спорить с папаней. Может быть, он просто хотел чем-то тебя занять. Может и так. Папаня очень злится, когда я за ним хожу и задаю вопросы. Говорит, что он бы мой прилавок на другой конец деревни вынес, да хочет за мной приглядывать, чтобы я сидел тихо и продавал кому чего надо. Thank you.
хорошая коровка. Иди к Геральту. Ну, давай, красотка. До встречи.
госпожа, я все сделал правильно. Благодаря тебе потерянная душа обрела покой. Ты открыл Алине глаза с помощью песни. Верно. Да? Госпожа, ты задумалась? Иногда я вижу будущее, ведьмак. Я тебе скажу, что случится. Предназначение опутало своими путами одного ведьмака. Его путь ведет в тьму, горю и боли. Я хочу помочь ему выстоять. Кто этот ведьмак, госпожа? Ты или Беренгар. Поговори с ним, и пусть один из вас встанет на путь предназначения. Я поговорю с Беренгаром, посмотрим, что он скажет. Да? Госпожа, могу ли я что-нибудь сделать для тебя? В моем царстве нарушен мир. Люди и водяные постоянно враждуют из-за собственной жадности, страха и непонимания. Полагаю, у каждой из сторон должен быть неформальный лидер. Верно. Поговори со жрецом водяным, что сидит у моей статуи. А со стороны людей выступит Юлиан. Я займусь этой проблемой. И кто же прав? Дело не в том, кто прав, а кто нет. Я хочу, чтобы обе стороны примирились друг с другом. В таком случае тебе придется убить Дагона. Но это не все. Ты должен принести мне по одному предмету, символизирующему гармонию, от каждой из сторон. Эти предметы должны тебе дать представители обоих обществ в знак почтения моей скромной персоны. Я скоро вернусь. Взгляни внимательно на статую. Ты поймешь, что это должны быть за предметы. Да? Госпожа, это то, что тебе нужно. Попробуй еще раз, ведьмак. Хорошо. Я поговорю с Юлианом и жрецом Водяным. Да? Госпожа, ты дала мне задание. Мне нужны дары от людей и водяных.
говорить. Владычица озера хочет помочь нам решить этот конфликт. А что ты говорить? Владычица озера желает, чтобы водяные жили с людьми в мире. Вряд ли люди будут жить в мире с вами, если вы прирежете их любимую корову. Как я не любить Дагона? Об этом я позабочусь. Ты должен отдать мне... С корову быть бы лучше. Я слушаться, владычица, ты забирать. Посок жреца. Попробуй еще раз, ведьмак. Хорошо. Я поговорю с Юлианом и жрецом Водяным. Верно. Да? Мне нужно... Госпожа... Мне нужны дары от людей и водяных. Они именно и подбитно. Да.
да? Ты говорил с владычицей озера? Боги не разговаривают с простыми смертными. Избавь меня от своего сарказма. Итак, какие удивительные вести открыла тебе местная богиня? Она говорила о предназначении. Предназначение совершенно меня не интересует. Если хочешь поиграть в героя, то пожалуйста. Я тебе даже помогу. Видишь ли, я тебя тут недавно обманул. Обманул меня? Саламандры заставили меня передать им несколько формул. Проводили на мне исследования. И знаешь что? Я даже не протестовал. И они мне неплохо заплатили. Почему? Ты сам знаешь почему. Я хотел жениться, детей завести, жить как все люди. А вы, ведьмаки, вы украли у меня это право. Люди меня ненавидят, когда они видят мои глаза. Они бледнеют от страха. А что касается детей, скажи мне, какая разница между твоим любимым Каэр Морхеном и логовом Саламандр? Я здесь не для того, чтобы говорить, что я чем-то лучше тебя. Оставь меня в покое. Один твой вид меня раздражает. У меня начинают возникать сомнения. До встречи. Да? Будь здоров. Я говорил с Беренгаром. Его не интересует предназначение. Мое видение определенно касалось тебя, Геральт. Что ж... Когда придет время, я наделю тебя даром. Он тебе поможет в твоей трудной дороге, Беловолосый. Да? До встречи.
прощай. Владычица озера желает, чтобы водяные жили с людьми в мире. Как я... Золотого тельца. Еще раз, ведьмак. Хорошо.
Это то, что тебе нужно. Попробуй еще. Хорошо. Благодаря тебе потерянная душа, ты... Верно. Да? Мне нужны дары от людей и водяных. Да. Вину, а не... Именно... Я... Поговори... Я... Ну, я... Да... До встречи. Да. Геральт? С водяными можно договориться. Неужели?
Такова воля владычицы озера. Тебе что-то не нравится? Нет, ведьмак, я ведь не идиот. В таком случае я должен передать ей от тебя дар. В знак твоей верности владычице и желания завершить дело миром. Конечно, что мне ей подарить? Алебастровую статуэтку, изображающую юного водяного, захватившего духа воды. Держи. Мне бы заплатили за нее неплохие деньги в Вызиме. Но мир для меня важнее. До встречи. Да? Госпожа, это то, что тебе нужно. Именно. Возьми это. Одной капли моей крови на алтаре Дагона будет достаточно, чтобы вызвать его на бой. Ладно. Thank you.
убил Дагона. Спасибо, Геральт. В благодарность я приподниму завесу тумана и позволю тебе вспомнить кое-что из твоих прошлых способностей. Закрой глаза, поддайся моей силе, и на минуту спадет пелена, и ты вспомнишь какие-то из своих старых умений. Благодарю, госпожа. Используй мой подарок с умом. Госпожа, похоже, в темноводье нуждались в моей помощи. Это правда. Поэтому тебя привело сюда предназначение. Мы должны поговорить. Естественно. Я богиня. Ты меч предназначения. Смерть уже много лет идет за тобой по пятам. Возможно. У меня есть для тебя дар. Дар владычицы озера. Он поможет тебе исполнить свое предназначение. Что это за дар? На колени, Геральт из Ривии. Ты прошел долгий и опасный путь. Ты проявил храбрость и доброту. Я произвожу тебя в рыцари. Без страха встречай своих врагов. Защищай слабых. Не лги даже под угрозой смерти. Вот твоя клятва. Я посвящаю тебя в рыцари. Белый волк, впереди у тебя долгий путь. Я вижу смерть и кровь. Я вижу снежную бурю. Прими меч в знак моей симпатии. Это был меч великого воина. Он века лежал в глубинах, ожидая тебя. Госпожа. Спасибо, госпожа. Иди, белый волк, сделай, что должен. Да сбудется твоя судьба.
Беренгар? Я рассказал главному, как найти Каэр Морхен. А потом я помог им в их исследованиях. Я охотился на зверя из предместья, когда они схватили меня. Я спасся. И потом работал с Калькштейном, чтобы пробраться в башню на болоте. К сожалению, они нашли меня. И во второй раз были уже совсем невежливы. Чтобы спасти свою шкуру, я согласился найти для них Альвина. Зачем ты мне это рассказываешь? Я хотел тебе в лицо сказать. Увидеть этот знаменитый ледяной блеск. Не мне тебя судить. То есть ты понимаешь? Ты не обвиняешь меня? Я не могу одобрить твой выбор, но я понимаю. То есть? Делай то, что считаешь нужным. Я не твоя нянька. Возьми это. Мы еще встретимся, Белый Волк.
Геральт из Ривии. Я слышала, что ты умер. Извини, но я не помню твоего имени. Белая Райла. Что ты здесь делаешь, ведьмак? Убиваю монстров. Все как обычно. А ты не видел здесь команду эльфов? Нет, ни одного. Следи за своими словами, ведьмак. Ты ведь не неуязвим. Если я узнаю, что ты работаешь со Скоэта Элями... Ты мне угрожаешь? Нет, просто помогаю избежать серьезной ошибки, последствия которой могут оказаться для тебя слишком серьезными. Ты тоже следи за словами. Я не какой-нибудь там голодающий эльф-молокосос. Я смогу защитить себя. Без сомнения, вы зима в огне. Нелюди превратили ее в зону военных действий. Эти бедные голодающие эльфы десятками убивают людей. Долг требует, чтобы я уничтожил отряд, которым командует Терувьель Аэпшихель. Ты меня не остановишь. Мы знаем, что они засели в деревне и взяли заложников. Скоро мы нанесем удар. Я поговорю с эльфами. Возможно, они прислушаются к голосу разума. За тебя поручился сам Зигфрид, так что я тебе верю. Твое вмешательство не позволило белкам вынести из банка деньги, на которые они смогли бы купить оружие и провизию. Они ослаблены. Я, честно говоря, сомневаюсь, что они тебя послушают, но попытайся... Пообещай им справедливый суд, если они сложат оружие. Я попробую их убедить. Подожди, пока я не вернусь. Даю слово. Да? Что случилось с твоей рукой? Во время войны мой отряд прикрывал гражданских, которые покидали оккупированные территории. Тогда белки были авангардом армии Нильфгарда. У нас не было ни шанса. Этих кровожадных монстров было намного больше, чем нас. Наш выбор? Бежать или сдаться? Тогда бы этим крестьянам отрезали руки. Я решила сражаться. Гражданские убежали. Хм. Достойное ранение. Достойное? Черта с два. Меня взяли в плен. Мне изуродовали руку, когда пытали. Понятно. Да ну! Они сделали это сознательно, чтобы сломить мой дух. Они знали, что боец без правой руки не боец. Но они меня недооценили. Война жестока. И она извращает всех, не только эльфов. Что за чушь, Геральт? Что тебе нужно? Равняйте шеренгу, собаки! Хороший эльф, мертвый эльф. Элю бы глотнул. Вечный огонь направляет мою руку. Очищенный огнем вы зима. Возвратиться. Thank you.
Я являюсь адъютантом Белой Райлы. Мне нужно поговорить с тобой, ведьмак. Я уже говорил с Райлой. Спасибо, но на сегодня с меня хватит пропаганды. Видишь ли, ведьмак, Райла отличный офицер и искренне ненавидит нелюдей. Поэтому она и возглавила эту миссию. Но дай я угадаю. У нее есть совесть. И хотя она только обыкновенный наемник, но обычно держит слово. Она склонна избежать резни мирных жителей, даже если из-за этого эльфам удастся скрыться. Нам удалось предотвратить кражу из банка Вивальди. Скайтаэли ослаблены. Мы можем позволить себе нанимать лучших воинов, но мы не доверяем Райле настолько, насколько мы доверяем тебе. Хочешь сделать из меня наемника? Я должен встать рядом с Райлой и уничтожить эльфов, прежде чем они убьют заложников. Назови мне хотя бы одну причину, почему я не мог бы просто уйти. Буду говорить на твоем языке. Чудовища напали на деревню. Они убивают мирных жителей. Они голодны и озлоблены, а потому еще более опасны. Встань рядом с Райлой, ведьмак. Встань на сторону Ордена и уничтожь этих чудовищ. Ради чего? Ради золота Вивальди? Нет, ради справедливости. Ты должен предотвратить резню, подобную той, что случилось в предместьях, а также спасти своих друзей от этих ненасытных чудовищ. Эх. Нам удалось предотвратить кражу из банка Вивальди. Скайтаэли ослаблены. Мы можем позволить себе нанимать лучших воинов, но мы не доверяем Райле настолько, насколько мы доверяем тебе. Геральт! Лютик. Эльфы Торувьель захватили заложников в деревне. Что нам делать? Я поговорил с Райлой. Она возглавляет рыцарей Ордена. Геральт, среди заложников Альвин. Мы должны его спасти. Я знаю. Я хочу вступить с ними в переговоры. Я буду ждать за домом Салтыса. Когда будешь готов, приходи туда и скажи, что мне делать дальше. Хорошо. Я попытаюсь договориться с Белой Райлой и Торувьель. Есть у меня чувство, что это будет нелегко. Ты справишься. До встречи. Что тебе нужно, мохнатая обезьяна? Когда я думаю про своих родичей, которые гниют в людских городах... Плавно не успел вдарь, ведьмак. Боюсь, эти эльфы убьют всех нас. Спасите нас, милздай, Геральт. Да? Ты в порядке? Нет. Я себя как-то странно... Мне... Я слышу, что они думают. Это ужасно, Геральт. Ожерелье у тебя? Да. Я его все время ношу. Я не хочу их слышать. Геральт, зачем эльфы это делают? Эльфы отказываются признать, что мир изменился. Они не могут победить, но все-таки сражаются. Это печальная, отчаянная попытка остановить эволюцию. Я запомню это. Геральт, что-то плохое скоро произойдет. Я чувствую. Я должен поговорить с Торувьель. Оставайся здесь. Хочется скорее в бой. Я готова к бою. Я думаю, надо убить всех заложников. Это всего лишь тхаины. Почему мы должны тухнуть тут? Мы жили с вами в мире. Пощадите нас, умоляем. Безделье утомляет меня.
Геральт, что привело тебя сюда? Я хочу предотвратить бойню. Бойни не будет, если они нас отпустят. Ты могла бы оставить детей в покое? К сожалению, не могла. На этом берегу стоит белая Райла. Трупы крестьян ее не впечатляли. Только дети ее задержали. Белая Райла хочет, чтобы вы сложили оружие. Она обещает вам справедливый суд. Ты принимаешь меня за дуру, ведьмак? Белая Райла признает только одно наказание — смерть. О тебе говорили остатки отряда из Визимы. О резне в банке, о том, что награбленное золото попало в лапы Ордена. Почему я должна тебе доверять? Отпустите заложников, а потом убивайте друг друга, сколько влезет. Я никого не отпущу. Еще один твой трюк, и эти тхойны умрут. И скажи этому пивуну, чтобы не выглядывал из-за дома, пока его кто-нибудь не подстрелил. Я не хочу умирать. Геральт? Жди здесь. Я попытаюсь поговорить с Альвином. Геральт, возьми меня с собой. Я буду хорошо себя вести. Терпение, Альвин, все будет в порядке. Геральт. Терпение. Геральт? Из огня да в полымя? Мы в ловушке. С одной стороны Скаэтаэли, с другой рыцари. А мы с Альвином посередине. С террористами нельзя торговаться. Торговля приводит к уступкам. А уступки — это победа террора. Неуверенность и страх простых людей. Я выбрал меньшее зло. Хозяева банка были благодарны Ордену за быстрое и успешное вмешательство. Они даже решили оплатить крестовый поход против нелюдей. Результатов не надо было долго ждать. Что дальше, Геральт? Бежать — это не выход. Вряд ли ты достигнешь цели, имея против себя и Орден Пылающей Розы, и нелюдей. Они меня не волнуют. Я только хочу спасти Альвина. Но если я уйду сейчас, может начаться резня. Просто мне надо думать о друзьях. Ведьмак, это важное решение. Возможно, одно из важнейших в твоей жизни. Что делаем? Спасаем Альвина и бежим отсюда? Я хочу помочь рыцарям. Не вмешивайся, Геральт. Ничего хорошего из этого не выйдет. Я все решил. Ты мне поможешь? Конечно. Я заберу Альвина. Я никому не позволю навредить ему. Этот малыш полюбил тебя как родного отца. Мы не убийцы детей. Возьми его. Yeah!
Приказ есть приказ. Ведьмак! Что случилось? Чёртовы фанатики! Ни грамма профессионализма! Они отстранили меня от командования! Когда я отказалась атаковать, согласно договору, мой адъютант достал, наконец, письмо от Зигфрида. Он все это время таскал его с собой, представляешь? Ну? Как все прошло? Я помог рыцарям, эльфы мертвы. Тарувьель сбежала, жители деревни ничего не соображают от страха. Лучше бы тебе уйти. Я не собираюсь торчать здесь. И пока Тарувьель жива, я буду ее преследовать. Прощай. Пора мне уходить.
Геральт? У меня письмо Беренгара. В нем есть кое-какие важные зацепки. Зацепки? С саламандрами не покончено. Азар Явет, маг, который напал на Каэр Мархен, находится где-то в Изиме. Ни чародеев, ни чудовищ адских он не убоится. Что за бред, Лютик? Отважно он идет вперед, к предназначению стремится. Идем. Геральт? Плохо дело. Очень плохо. Что произошло? Альвин открыл портал и исчез. Он может быть где угодно. Возвращаемся в Изиму. Может быть, Трис что-то знает. Что ж, в Изима так в Изима. В Изима. Скоро будем в Изиме. Чувствуешь запах? Да, дым. Что-то горит. Тяжелый и душный, как будто деревня горит. Черт, смотри! Ну и ну, Геральт. Глазам своим не верю. Лютик, тебе уже пора привыкнуть к картинам войны. Их ты повидал немало. Я натура чувствительная. Я никогда не смогу привыкнуть к насилию и жестокости. К счастью, у нас, мутантов, натура куда менее чувствительная. Ты как гончая, взявшая след. Отправляемся в старую Изиму. Лучше всего пройти через Изиму. Но на улицах до сих пор идут бои. Нам надо туда попасть. Наконец-то я узнаю, кто стоит за саламандрами. Ведьмак! Ты действительно хочешь пойти со мной? Я ни за что тебя не брошу. Но там может быть горячо. Думаешь, я боюсь? Ну что ты? Ведьмак!
Я знал, что раньше или позже ты вернешься. Ты многое пропустил. Привет, Винсент. Что ты здесь делаешь? Не верю, что ты вышел со мной поздороваться. Я отвечаю за безопасность короля Родовида в Тимерии. Мы будем иметь бледный вид, если с ним что-то случится. Фольтест вернулся. Он в Старой Вызиме. Теперь, когда мы знаем, чьи приказы выполняем, боевой дух повысился. Мне нужно попасть в Старую Вызиму, а там опасно. У одного у меня есть шансы, Ас. Ты меня понимаешь? Да что происходит? У меня есть для тебя работа, Лютик. Подробности тебе расскажу позже. Это касается короля Родовида, а язык ведьмака может сослужить нам дурную службу. Вы тут что-то комбинируете? Винсент прав, я бы только мешал. Не мастак я с королями разговаривать. Отлично. Лютик, жди меня у королевского лагеря. Геральт, делай, что должен. Удачи. Ведьмак! Бывай. Спасибо тебе, Геральт. Еще раз спасибо. Как девочки? Все еще обсуждают тебя. А с Шани мы даже подружились. Отлично. Надеюсь, у нее все будет хорошо. С тех пор, как началось восстание, она трудится, не покладая рук. Ухаживает за больными и ранеными, независимо от их расы. И далеко не всем это нравится. Понятно. К сожалению, я очень давно ее не видела. Честно говоря, с тех пор, как все это началось. Я постараюсь найти ее. До встречи. Спасибо тебе, Геральт. Мне пора. Позаботься о Винсенте. Обязательно, ведьмак. Спасибо тебе. Ю-ху. Командир запретил нам участвовать в битве с той или другой стороны. Я не понимаю. Что нам делать, если не сражаться? Мы армия!
ты тут делаешь? Да просто вышел размять ноги. Что с тобой? Ты чего это? Нанюхался, что ли? Нет, у меня просто аллергия на ублюдков. Ой, не надо. Что здесь происходит? Что здесь происходит? Детей делают сиротами сегодня, чтобы убить их завтра! Твой драгоценный орден убивает женщин, детей, мирных граждан, да всех! Ну, эльфийские мирные жители в долгу не остались. Не остались. Мы не верим в пророка Лебеду и подставление другой щеки, и люди тоже. Да фактически все выжившие нелюди взялись за оружие. Оказалось, что они решили избавиться от нас с помощью Катрионы. Сделали гетто в Старой Вызиме, выслали туда всех больных людей и здоровых нелюдей. А доказательства? Я тебе уже сказал, что у меня аллергия на ублюдков. Знаешь, что сказала Шани? Она сказала более-менее так. Золтан, как ведьмак может быть таким дураком? Эти рыцари-убийцы могли пощадить хотя бы мирных жителей, сукины сыны. Скорее менее, чем более. Убирайся отсюда! У меня на тебя аллергия! Огонь, наполни мое сердце.
не сражаться.